За стеклянной стеной шеф-повара Гуан Минь Юнг и Симона Андриана с удовольствием демонстрируют свое мастерство кулинарного искусства. Каждый посетитель может видеть, как готовят именно ему. Танти салюти и бон аппетито! На открытии «Баланьес Турандот» для публики играл известный алматинский джаз-бенд. Гости принимали непосредственное участие в празднике, за что и были награждены изысканными десертами от итальянского и китайского поваров. Я не такой знаток итальянской кухни, но с моей точки зрения все очень вкусно. И такой необычный микс итальянского и китайского. Немножко в голове такой хаос от слишком такого переизбытка всякой разной вкуснятины. Но в целом хочу сказать, что все очень вкусно и чудесно. К созданию подобного культурно-кулинарного микса владельцы сети ресторанов «Принцесса Турандот» подошли чрезвычайно серьезно. Учтено все – меню, комфорт и ценовая политика. Это такой симбиоз, именно китайский, итальянский симбиоз, то есть китайская кухня, итальянская кухня. Мы хотели создать, ну, чтобы это было действительно для жителей Чимкента, чтобы это было приятное место, где они могли хорошо отдохнуть. Я думаю, что у нас это получилось, и мы рады видеть жителей Чимкента в нашем ресторане. Любители послушать живой звук в ресторане «Баланьес Турандот» ждут ежедневно, а раз в месяц владельцы планируют устраивать тематические вечера. Для удобства посетителей ресторан работает с 12 дня до полуночи по адресу проспект Кунаева без номера рядом с жилым комплексом «Атаустрой».